На 18 марта 2013 года в городе зарегистрировано 4154 случая заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, что выше, чем за аналогичный период 2012 года. Также зарегистрирован 71 случай заболеваемости внебольничными пневмониями, что также выше, чем за 2012 год. И плюс ко всему еще зарегистрировано 9 случаев заболеваемости гриппом А, 6 среди детей. Заболеваемость за 11 неделю текущего года выше, чем за 10 неделю 2013 года на 29%. Произошел рост заболеваемости среди всех возрастных категорий. Так, среди взрослых заболеваемости выросла на 50%, среди детей 7-14 лет на 48%, а среди подростков на 44%.